Садится солнце. Классно. Вот оттуда я приду. Солнце заходит. Так он бродил, и у меня в голове разжигались песни и стихи. Когда здесь никого не было, конечно. Были вот эти ёлки, которые сейчас огородили заборами. Вот тут впереди мои лучшие друзья, так сказать, детства. Вот они. Ну, мои ровесники, наверное. В общем, 2012 года постройки здания. Теперь тут населенный пункт. Ну, конечно, можно, конечно, заработать $1 миллион и какую-то из этих вилл потом купить, кто-то будет продавать, наверное. И на этой горе я потом, может, поселюсь когда-нибудь и буду каждый день видеть с утра прекрасный вид из окна. И... ну, посмотрим. Ну, если деньги будут, а куда еще деньги, на что девать? Ну, такие вещи. Еще радоваться жизни.